Всех приветствую. Спасибо, что собрались мы еще раз сегодня на нашу встречу. Сегодня предлагаю поговорить о продуктах компании Atomy для жизни. За последние годы дом для нас стал всем. Офисом, школой, детским садом, спортзалом и даже для кого-то салоном красоты. Когда мы находимся в одном помещении 24/7, приходится гораздо чаще делать уборку. И это значит, что мы все больше контактируем с бытовой химией. На одежде и постельном белье остаются остатки стирального порошка. На посуде – моющего средства. Происходит испарение средств для пола, стекол. И вот это все влияет на наш организм. И лучше, если влияние химических веществ будет минимальным. Все мы понимаем, почему нам необходимы экологичные средства для дома, именно экологичные, ведь главная причина – это забота о здоровье. Забота о здоровье своем, о здоровье своих детей, своей семьи. И сегодня я решила рассказать вам о продуктах компании Atomy для жизни. Именно для жизни, для дома. И компания в этом разделе представляет 7 товаров. Это губки, салфетки, вот их сейчас видно на экране, стиральные порошки и перчатки. Согласитесь, что любая женщина будет рада, если в ее доме будут не только удобные продукты по уходу за домом, но главное, чтобы они были безопасны, экологичны, гипоаллергенны. И одним словом, чтобы это была экологичная бытовая нехимия. В Atomy такими продуктами являются стиральные порошки. Их два. Один классический в виде порошка и второй стиральный порошок в пластинах, так называемый стиральный порошок листовой. Мы рассмотрим оба. Стиральный порошок нового поколения в пластинах от Atomy – заслуживает особого внимания. Он максимально оптимизирует процесс стирки. Удобная система листов экономит время и уменьшает расход порошка. А специальная формула порошка совмещает в себе эффекты кондиционера и отбеливателя, что не допускает деформирования изделий во время стирки и придает одежде приятную свежесть и опрятный вид. Очень важно, что листы могут применяться для стирки детских вещей, поскольку не содержат в своем составе парабенов, фосфатов, красителей и прочих токсичных веществ. Стиральные пластины гипоаллергенны, одобрены иммунологами и безопасны для людей с чувствительной кожей. Благодаря этому стиральные пластины также подходят для устранения загрязнений с вещей для людей, страдающих аллергией. Компактную упаковку с листовым порошком удобно хранить, поскольку она не занимает много места. В упаковке 30 листов. Один лист способен отстирать от 7 до 10 килограммов сухого белья. Следовательно, на одну стирку от 3 до 4 или 5 килограммов белья хватит половины листочка. А значит, упаковки листового стирального порошка хватит на 60 стандартных стирок. Стоимость такой упаковки стирального порошка листового 800 рублей. Стиральные пластины не имеют мелких частиц, а потому безопасны для использования, поскольку эти мелкие частицы, как от обычного стирального порошка, не могут попасть в дыхательные пути. То есть он, этот порошок, не пылит, не разлетается и, соответственно, не попадет вам в нос. Длительный срок хранения никак не отражается на качестве средства. Им безопасно пользоваться даже через несколько лет. Самое главное, чтобы упаковка с застежкой всегда была плотно закрыта. Замечу, что такие стиральные пластины очень удобно брать в поездку, в отпуск, ведь они совершенно ничего не весят и не занимают места. Данный вид порошка полностью растворяется в холодной воде. Средство эффективно воздействует на загрязнение в любой температуре воды, а потому возможно для применения при различных режимах работы, как при машинной стирке, так и ручной. При этом данный листовой порошок
воздействует на белье таким образом, что после высыхания оно не электризуется, а потому исчезает необходимость в использовании антистатика. Итак, каковы же преимущества листового стирального порошка? О том. Конечно, нет мерного стаканчика. Это очень здорово, что не нужно думать, куда поставить вот этот большой мешок со стаканчиком. Да? Мы всегда привыкли к тому, что привозили по несколько килограммов, думали, куда мы это поставим, и чтобы жидкость туда не попала, и влага не попала. Здесь все продумано до мелочей. Удобно использовать, не нужен мерный стаканчик, не нужно занимать много места, и можно взять в дорогу. Не нужно беспокоиться о просыпанном порошке. Он растворяется без остатка даже в холодной воде, устраняя различные пятна и загрязнения. Уникальная формула порошка 3 в 1, порошок плюс кондиционер плюс отбеливатель в одном средстве, значительно сокращает время стирки, ну и денег, конечно. И очень всем нравится гипоаллергенная отдушка. Когда впервые клиенты знакомятся с этим порошком, всем очень нравится этот запах, потому что он очень нежный, легкий, ненавязчивый. И после стирки белье тоже имеет такой легкий, ненавязчивый запах. Второй порошок Атоми – классический сыпучий. Но тоже не совсем традиционный. И вот почему. Когда я впервые увидела его, то, что порошочек находится в таком пакете маленьком, 500 грамм, усмехнулась и подумала, вот теперь каждый месяц надо будет его заказывать, потому что действительно вес порошка 500 грамм. Ну, как я уже сказала, что мы привыкли к большим стиральным порошкам, чтобы один раз уже привезли, и его примерно на полгода, на год хватило. Оказалось, что с этим порошком все не так. В Атоми он высоко концентрированный и очень экономичный, потому что на одну стирку 5 килограмм сухого белья необходимо всего 12 грамм. Представляете, 12 грамм. Кстати, очень предусмотрительно и удобно для хозяек. Внутри пакета предусмотрена мерная ложечка. И вот это 12 грамм – это самое-самое донышко. Ну, чуть-чуть больше, чем на донышке. Вот эта ложечка. Поэтому порошок, самое главное, что, конечно, он экономичный. Упаковка с удобной зип-застежкой предусмотрена для того, чтобы после открытия порошка и можно было воспользоваться. Застежка герметично затем закрывается, и можно не бояться, что порошок рассыпется или туда попадет влага. Очень удобная продуманная застежка. А теперь предлагаю разобрать вопрос, благодаря каким компонентам порошок Атоми может эффективно очищать загрязнение с любых видов тканей. Во-первых, в порошке Атоми содержатся поверхностно-активные вещества, сокращенно это их называют ПАВ. Вообще ПАВ – это основа любых очистительных средств, будь то стиральные порошки, гели для душа, мыло, средства для умывания или шампуни. В основе порошка Атоми содержится ПАВ натурального происхождения из кокоса и тростникового сахара. А вам уже знаком этот компонент. ПАВ из кокоса мы встречали в детской линейке Сара Бэби и выяснили, что он очень деликатно очищает кожу ребенка, не травмируя ее. Когда мы говорим о стиральном порошке, то мы уже точно знаем, что растительный ПАВ из кокоса деликатно очищает любые виды ткани, не повреждая их, и также не наносит вред коже человека. Следующий компонент – это органическая сода. Ну, вот здесь она на первой картинке – органическая сода. Она помогает усилить действие поверхностно-активных веществ, вот этих ПАВ, про которые я выше рассказала, а именно вытягивает грязь из тканей. Также в состав входит пищевая сода. Она нейтрализует загрязнения, которые состоят из жирных кислот. И важный компонент в составе – это энзимы, которые помогают растворить белковое загрязнение, тем самым устранить затхлый запах белья после стирки.
Еще немаловажный ингредиент, входящий в состав порошка, это экстракт хвойных иголок. Здесь его функция в том, чтобы устранять рост и развитие бактерий. Таким образом, компания Томи создала такой стиральный порошок, который минимизирует вред для человеческого организма. Были пройдены все возможные тесты на отсутствие раздражения кожи. Порошок Атоми получил сертификат одобрения от германского института Дерматест и был признан официально гипоаллергенным порошком. Прошел тесты на биоразложение и антибактериальность. Этот порошок идеально подходит для людей с кожной аллергией или аллергией со стороны дыхательных путей. Данный порошок имеет ненавязчивый приятный аромат. А сейчас интересно посмотреть, чего же нет в порошках Атоми. В порошках Атоми нет фосфатов. Фосфаты, которые используются для смягчения воды. Нет агрессивных поверхностно-активных веществ, то есть ПАФ-агрессивных. Благодаря им средства пенятся, вот для чего их добавляют, именно агрессивные, но вызывают аллергию, сухость кожи и аллергию слизистых оболочек. Нет веществ, которые используются для загущения продукта и тоже могут вызывать кожные реакции. В порошке Атоми нет хлора. Он отбеливает, дезинфицирует, все мы об этом знаем, но может повреждать структуры ткани и цвета, вызывать раздражение, осложнение болезней дыхательных путей. Нет искусственных ароматизаторов и красителей, которые также могут вызвать аллергию и проблемы с дыхательными путями. И мы с вами можем только радоваться тому, что компания Атоми зашла в Россию с экологическими продуктами, имеющими натуральный состав, который не оказывает негативного воздействия на организм человека. Важно, чтобы, попадая в окружающую среду, например, в канализацию, экологичная бытовая химия не наносила урон воде и почве, а просто могла разлагаться на биологические вещества. И еще одна немаловажная причина присутствия в нашей жизни, в нашем доме экологических средств и экотоваров. Это действительно не нанести вред природе, окружающей среде. Так, а теперь раздел губки. Компания Томи их предлагает три губки. Значит, губки хозяйственные, губки-салфетки и губки металлические. Это тоже очень довольно-таки интересные товары. Хотя, казалось бы, ну, какую песню можно спеть про обычную хозяйственную губку? Но губка эта необычная. Поговорим об этой губке. Ведь даже сам производитель позиционирует ее как губку с антибактериальным эффектом до 99%, имеющую национальную маркировку SF-Mark. Что же это за маркировка? Оказывается, эта маркировка гарантирует антибактериальную или антигрибковую санитарную обработку своего продукта. То есть это не просто какая-то поролоновая губка с полиуретаном. Особенность этой губки не в том, что она состоит из трех слоев. Мы такое уже видели и пользовались многослойными губками. Особенность в том, что каждый слой предназначен для разных целей. Первый слой ярко-синего цвета, антибактериальный пористый фильтр. Он превосходно очищает, не оставляет царапин. Он более такой мягкий. Эта сторона губки подходит для удаления жира с поверхностей, где нельзя удалять абразивными средствами. Быстро сохнет, очень удобен. Второй слой голубой. Второй слой – это полиуретановая губка, которая создает плотную пену, обладает износостойкостью, что позволяет пользоваться ей довольно длительное время. И третий слой, твердая сторона губки, она темно-синяя, вот ее видно на картинке, очень яркий цвет. Она изготовлена из нетканого материала,
с абразивными частицами, что облегчает очищение трудных пятен. Уникальность этой губки в том, что в ее структуре используется неорганическое антибактериальное средство, которое обладает широким спектром действия против бактерий, вирусов и грибков. Это антибактериальное средство не вымывается ничем, даже растворителем. Губки устойчивы к стиркам, эффективно все очищают благодаря сочетанию различных материалов. Губка имеет удобный эргономичный дизайн. Ее удобно держать в руке и можно повесить сушиться на крючок, чтобы она могла проветриться. Губка подходит для мытья посуды, бытовой техники, кафеля. Совместима с любыми жидкими и порошковыми средствами. Долговечный, практичный материал. Одна упаковка содержит 4 хозяйственные губки. И стоимость за упаковку 400 рублей. Мне было интересно обратить также внимание на маленькую сноску внизу. Ну, там со звездочкой, аннотация такая. Вот буквально дословно прочитаю. После продолжительного использования замените губку на новую, так как она все-таки имеет свойство изнашиваться и приходить в негодность. От себя скажу, что эта губка действительно очень долго используется, не один месяц, поэтому очень рекомендую, вообще замечательный продукт. Рассмотрим губку из нержавеющей стали. Ну, мы привыкли называть, что это металлическая, как мочалка, да, но вот они и позиционируют ее как губку. Губка изготовлена из нержавеющей стали 304-й номенклатуры высокого качества, поскольку при использовании на ней не появляется ржавчина, никогда не появляется. Она удобна и гигиенична в использовании. Уникальная система упругих гладких волокон, скрученных в витки, делает губку не только эффективной, но и, по крайней мере, очень приятной на ощупь, а следовательно, такая металлическая губка не повреждает руки. Высокое качество используемой стали способствует долговечности этой металлической губки. Губка из нержавеющей стали справляется с любыми загрязнениями на кухне и в ванной. Она предназначена для очищения посуды, кастрюль, плит, гриля и прочих загрязнений на кухне и других поверхностей. В упаковке находятся две металлические круглые губки-щетки. Стоят они 250 рублей. Так, третий атрибут чистоты и порядка в вашем доме – это губки-салфетки. Губки-салфетки очистят все поверхности в вашем доме. Уникальное средство для уборки от компании Atomic. Произведены они из пропилена, который не дает бактериям оставаться на поверхности губки. Все исследования подтверждают отсутствие вредных веществ в составе таких салфеток. Эти губки-салфетки имеют необычную поверхность. С одной стороны, экологичная и практичная рифленая микрофибра. С другой стороны, гладкая, аккуратная, аккуратно очищает все загрязнения и жир. Такие салфетки идеально подходят для того, чтобы протереть пыль. Ими удобно собирать капельки воды с различных поверхностей. Одноразовые губки-салфетки – это идеальный помощник для хозяйки на кухне и в ванной комнате. Ей можно вымыть и протереть посуду, сделать влажную или сухую уборку мебели и бытовой техники. Такие салфетки отлично справляются с мытьем окон и зеркал, не оставляя разводов. Удобная компактная упаковка с продуманным дизайном подходит для многоразового открывания. Скройте коробку по треугольным линиям отрыва, берите салфетку-губку с собой на природу, в автомобиль и путешествие. Применение продукта совершенно не ограничено. Вы можете протереть салфеткой фрукты на пикнике или в автомобиле приборную панель. Благодаря своей эластичности губка-салфетка легко очищается. Ее невесомость упрощает процесс уборки. Салфетки можно использовать до 3-4 раз, хотя позиционируется как одноразовая салфетка.
В одной упаковке содержится 30 одноразовых кубок салфеток. И еще из опыта добавлю, что такими салфетками можно убирать с верхней одежды, с воротников остатки косметики. То есть был такой отзыв, когда не смогли отстирать курточку от тонального крема, а потом просто вот этой салфеткой без применения химических каких-то веществ оттерли вот эти пятна от косметики. Поэтому уникальны на самом деле салфетки. Ну и еще один продукт для жизни и для дома, представленный на российском сайте, это латексные перчатки хозяйственные. Они предлагаются в двух размерах. Размер L и размер M. В одной упаковке находятся две пары одного размера. Интересно, что они уже получили свое имя среди пользователей этих перчаток. Их называют неубиваемые или вечные перчатки. В чем же особенность этих перчаток? Они изготовлены из натурального латекса, что делает перчатки очень приятными и комфортными при носке. Уникальный состав, в который входит красная глина и уголь, наделяет перчатки антибактериальным эффектом и снижает до минимума возникновение раздражения кожи. Удобные крючки помогают хранить перчатки в подвешенном состоянии. Перчатки высокие на руке, что прекрасно защищает руки от попадания грязи, воды или моющего средства внутрь перчатки. Интересно, что длина размера L, длина перчатки 33 см, но таких перчаток длинных у нас не было. Длина размера L 38 сантиметров. В общем, уважаемые девушки любого возраста и молодые люди, конечно, очень рекомендую полюбить себя, именно себя, и приобрести именно себе вот такие вечные перчатки. Удобные латексные перчатки спасут ваши руки от раздражения и сделают мытье посуды, уборку дома или работу на приусадебном участке куда более приятным занятием. Это был небольшой обзор продуктов компании Atomy для жизни. Когда я готовилась к презентации, изучала всю продукцию, опираясь на официальные источники, естественно, на свой опыт, на отзывы, я сделала такой вывод, что теперь я смело могу сказать, что все вот эти продукты, товары, о которых я сегодня рассказала, они экологичны по максимуму. Конечно, нам очень хочется, чтобы на российский рынок приходили и другие товары по уходу за домом, для уборки. Компания Atomy, все это уже есть на корейском сайте, мы ждем. Очень надеемся, что скоро все продукты экологичные к нам придут. Потому что все мы уже знаем, что производитель Atomy, он уже славится тем, что его продукты качественные. Качественные продукты питания, бытовой нехимии, средства корейской косметики. Они все созданы на основе натуральных, природных компонентов. Бренд использует современные технологии, создавая инновационные продукты. Косметические средства и продукты не содержат аллергенов и потенциально опасных компонентов. Визитная карточка бренда Atomy – это высокое качество, доказанная эффективность и безопасный состав продукции. На этом моя презентация закончилась. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.